Мароловодство – бренд Восточного Казахстана. Сегодня в регионе насчитывается около 9 тысяч этих благородных животных. Причем развивается отрасль не только в Катонкарагае, как раньше, но и в других районах. К примеру, в Зыряновске с этого года заработало новое хозяйство. И теперь уже главная задача фермеров – не продажа пантов, а развитие туризма. В Зырянском районе мароловодство – достаточно молодая отрасль. Здесь всего 3 хозяйства, но поголовье уже удалось довести до 650 особей. А с учетом молодняка этого года животных станет еще больше, отмечают специалисты. Сейчас в регионе идет традиционный сезон срезки пантов, драгоценных рогов маралов. Эта отрасль очень перспектива. Тем более сбыт этих пант очень востребован. Вот Южная Корея у нас здесь это... стабильно закупает панты. Это мы пломбируем, взвешиваем, потом сдаем в пантоварку и там варят. Но местные фермеры ориентируются не столько на сбыт пантов, как на лечебный туризм. Практика показала, что такой подход гораздо эффективнее. Не зависеть от стоимости сырья, а предлагать гостям высококачественные услуги. Пантовые ванны, к примеру, лечат от многих болезней. Азамат Мусин, управляющий новым моральником в Зыряновском районе, мечтает, что и у него скоро от туристов не будет отбоя. Пока он только облагораживает территорию. Баня уже готова, скоро прибудут новые домики. Уже завезли 3 домика, сейчас будут устанавливать их. В дальнейшем еще 5 домиков планируется, в том числе и VIP-домики, бани для пантолечения, ванны, фитобочки. Начнется и ремонт дорог к пантолечебнице. Помочь с инфраструктурой обещает руководство района. Мароловодство – отрасль для региона, одна из приоритетных. Анна Лисенберзина, Аслан Тулепов, Восточно-Казахстанская область, Хабар-24.